Ребята, всем привет! На канале Сибирь-38 приехали на рыбалку. Сегодня погодка радует. Всего 11 градусов. Вот, ну, походу, весь Братск здесь сегодня. Через 17 километр заехали. Машин много. У нас стоит... солнце всходит. Чара! Народу уже много сидит на льду. Сейчас тоже пойдем рыбачить. Там народ, везде народ. Все хотят рыбки поймать. Вот, сейчас тоже пойдем. Будем собираться. Ну что, ребята, двигаем в путь. Пошли на море. Народ некоторый уже сидит, рыбку тягает, руками машет. И мы попробуем сейчас. На улице тепло. Идет небольшой снежок. Промерим сейчас глубину. Лед, какая толщина здесь. Там вот на выходе еще, когда снег не шел, видно было, что вода где-то вдалеке еще парит. На выходе. В те выходные были вот там вот в том заливчике. Сегодня приехали сюда. Но походу тут весь Братск сегодня. Рыбаков на море просто. Весь город. Ну и правильно, отдыхать нужно. А то сидят в городах, зло в людях копится, копится, на природу не выезжают. А приехали бы раз сюда, эх, отдохнули бы душевненько так, рыбку потягали. Буквально десяток другой. И жить станет хорошо, дышать легче. То сидишь в этом городе, был ПК, брас, выбросы эти постоянно. Вот там вот мужик машет руками. Приближать не буду. Чара, ты чего? Ты чё, собака? Ты чё, собака? Чё ты лаешь? Пошли рыбачить. Пошли рыбачить. Все, пошли. Так, подождем наших рыбачков. Вот они идут. Виталя. Отец идет. Кто-то вот проезжал на мотоцикле, видимо, след идет. На мотоцикле уже можно гонять. Хотя, может быть, и на машине какой-то проехали. Не, мотоциклетный след. Мотоциклетный след. С коляской, видимо, тарминские ребята были. До Тармы-то как бы недалеко, вот оттуда выход. Ну, по берегу проехали, наверное, и дальше на мотоцикле. Пойдем вот туда, на выход от всех людей, от всех рыбаков. Потому что в толпе не люблю сидеть. Идем, идем сюда вот. Батя уже поближе говорит, давай. Но мы пойдем на выход. Подальше. А то есть сидишь, сидишь, люди подходят, это напрягает. Когда тебя обуривают. Поэтому не будем никого нервировать. Сейчас просто поинтересуемся, подойдем. Какая глубина, как клев. Ну, клев особо-то никто не машет руками, я смотрю. Но пару рыбаков-то видел, достали окуньков. Красота, снежок идет, солнце встало. В общем, вовремя приехали. Сейчас попробуем ловить рыбешку. Там машина идет, слушай, да, вот на том. Смотри, машина едет. Или снегоход. Не видно, конечно, снег идет, но вот там я вижу, какая-то техника идет по льду. Может, мотоцикл даже едет. А вот же на днях же ребята говорили, муравей ездил по льду. Так, у бати клюет потихоньку. Ушел? Ну, я пришел тебе показать. Вот у Витальки пошла массовочка. Я еще хожу, только всем показываю, как рыбачить. О, вот эта тема. Вот такой крупный окунь, ребятушки. Пойду тоже сверлиться. Надо начинать рыбалку. Видно, конечно, она.
хлыстик-то работает. Сильно не ругайся. Да, я поставил. Вот сразу поклевочка. Ах, сошел. Сошел, ладно. Будем пробовать. Долбит, но ничего страшного. Сир бьет, подсесть не могу. Ладно, сейчас. Вот. Нет. Нету. Далее подвесной сработал. Долбит. Поклевывает. Бьет балансир. Вот. Сидит. На верхний крючок. На верхний крючок взял. Такой крючок. Сразу бьет. Приманка только даст. Оп. Погодка сегодня супер. Классная. О, взял на балансир уже покрупнее. Здесь окушал покрупнее. В том заливчике-то все выходные мелковат был, но ничего. Уже развешал. Оу! Ага, спасибо. Позвоню ему тоже потом вечером. А что-то не засек. Ах ты, сошел. Работает. Так я брату Руслану привет передам. Не вопрос. Откуда? Отсюда будет брать? Конечно будет. Брат Руслан, привет. Все, есть привет. Сегодня вечером посмотрю. Хорошо. Поклевывает, ничего, окунется. Да что ты такое, а? Она его съест. Да что ты шевелишь и все, а? Давай уже клевать. Вот он. О, этот нормально зачекирился. Она его съест. Мне на балансе. Да что ты шевелишь и все, а? Давай уже клевать.
Вот он. О, этот нормально зачекирился. Смена балансира принесла свои результаты. Голубенький поставил. Не знаю, китаёвщина какая-то. Рома подогнал. Ну, это, наверное, семерочка или... Вообще весь Братск, наверное, здесь. Там-то посмотри, сколько народу справа. Мы заезжали, я офигел. Но через 17 или какой там, 15 или. Ну, первое, это, за остановкой, где остановка. Но. Сидел, сошел, сидел. Ну ничего, ничего, сейчас. Поклевывает потихонечку. У всех поклевывает, но некоторые подсесть не могут, да? У меня уже два как бы таких схода было. То есть он висит, а я, ну, слабинку и все, он сошел. Вот опять, вот видишь, третий раз так же. Как бы он берет, видимо, а не, ну, я не подсекаю его. Но. Вот. Ударчик был. Ударчик был, но не подсек. Рапала, Мибара, Лакиджоны, китайщина, все работает. Давление нормальное. Окунь. Окунь в похмелье не болеет. Ну вот здесь, по-моему, нет 11-то. Ох ты, какая была поклевочка. Ну не успел, не успел. Да что ты? Забагрил. Хе-хе. Опять забагрил. Пап, ну что ты, перемещайся, вон лунки есть. А, ловишь? Ну понял, ладно. Если ловишь, то лови. Так а вот в те выходные я, Иван, был вот здесь, вот 31 градус был, мы приехали. Ну ничего, вообще поклевывал нормально. В субботу я был. Но. Ветрище дул, да?
Я так и думаю, кто в воскресенье поехал, народ пожалел, наверное. Такой ветрище был. Чарафу, ну что ты делаешь? Да, главное клев, но... И мороз не чувствуется. Окуньки. Подлавлю. Надо за штативом идти, наверное. За штативом надо. Пойду за штативом. Так, ты опять сидел. Ты посмотри, уже четвертый так. Сидит, то есть я это... А я не тяну. Как-то так. О! Лёха там. А, у меня сидит тоже. Сидел, сидел, пока камеру тут перемещал уже тот стол. Ну и ладно. Пап, вон лунки, в той поймал, в этой. Так, конечно, на лед вот так не люблю кидать рыбку. Санки сразу стараюсь. Ну, сегодня ничего. Вот опять сидит. На подтяжке. Хороший идет. Или забагрил за пузо. А, забагрил. Точно. Забагрил вот так вот опять. Короче, тройничок завернулся на балансире, да? Ага. Забагрил, да, получается? Но. Ну я тоже уже сегодня вот двоих достал. А знаешь, куда тройник записали? В карабин. А? Там под тем берегом снегоход, что ли, или муравей ползает какой-то? Наверное, это собака. А вот следы, вот тут два следа есть. А, да, да, точно. Кара. Погодочка радует, окунёк клюет. Как говорится, мелочь, а приятно. Да. За налимами-то не ездили еще, Иван? Ага. Что там говорят, Вихаревка встала, да? Ну, это, в юна-то не покопать. А что это? Отопление это не дали, режим-то ввели-то этот ЧС. Да.
Зато молодец, с бабушками здоровается. Вот наш мэр. Опять сошел, смотрите. О, хороший ребятушки идет. Или забагрил, или хороший. Ага, хороший. Ну такой. Нормальный. Что-то сопротивлялся хорошо так. Я думал уже грамм 400. Так, ладно, надо будет санки подкатить. Впереди вот лунка есть, вот я в той поймал тоже. Вот в той. В нее впереди, не сиди. Все, не клюет, уходи. Иди на эту лунку, пап. Слышишь? Вот на эту, опускай, иди сюда. Ну, я пойду пробурю себе лунку. Чё-то. А. Кстати, да, сейчас экстрактор. Так, я вот сюда подхожу. Забагрил сильно, да? Заглотил, видишь, куда? Да, пойдем. Кстати. Не-не, ты сейчас я уберу. Так, экстрактор у меня вот здесь сделан. Давай продемонстрируем, как на. Бери. И вот, ну, знаешь же, как умеешь же вытаскивать. Вот. О. И все. Извлечение прошло успешно. Нужная штука. Вот. На видео видно, как делал его. Черт. А что это такое? Экстрактор сделал. Садись, бери санки, что. Ха-ха, ребята, поймал крупного окуня. Камера выключена была. Вот такой вот. На балансирчик взял. Вот так вот, ширина горбовика. Воспользуемся экстрактором. Не могу снять сильно. Да, вот таких сковородок. 3-4. О, все, летел. Как взять? Папик будет вот. Ну, вот так возьми, вот так вот. Вот так возьми. Вот я хочу его. И вот так вот возьми его. Куда? Не, это я в старые сапоги стельки положу. Ну что, закончен очередной день рыбалки. Собираемся домой. Отловились неплохо.